Короче, запрыгивай. Прокатимся в грузовике сегодня. Поездочка обещает быть скучной. Под скучную музыку с тихим мирным водителем. Как дела, да? Эллен, ты далеко? Тут передали еще одно радиосообщение. Зараза распространяется быстрее, чем они думали. Я слышал. Держись, сестричка. Я вернусь. Ух ты, Короче, скучная поездка, видимо, превратится в довольно веселую сейчас. Привет. С тобой Вексилериал, канал Playing Life и игра Into the Dead 2. Игра мобильная. Запустил я ее. Запускаю ее на симуляторе Android BlueStacks. А ну пусти, зараза! Харе кусаться. Машина разбита, я в порядке, я возвращаюсь. Хо-хо! Оно вроде как этот. Все время сам бежит. Я только стреляю. Прикольно. Ай! Собирайте ящики с патронами. Это типа как игра Runner, да? О! А как через забор? Отлично. 21 патрон. А можно его... Нет, так не получится. Есть! Живучие зомби выдерживают больше попаданий. Да идите в баню, блин. Есть! Ха-ха-ха! 50 метров, я добежал. Ура, я добежал. Ну ты знаешь... Блин, поворачивать пистолет нельзя. Ты меня слышишь? С тобой все в порядке? Где ты? Со мной все в порядке, но я остался без машины. Господи, сколько же вас тут? Они повсюду, и на этот раз их целые толпы. Где ты? Мы выезжаем за тобой. Ни в коем случае. Отвези Мэгги в отцовский дом. Забаррикадируйте окна. Как я тебе показывал, ждите меня там. Ты слишком далеко забрался. Да-да, я же тебе говорила. Всегда одно и то же. И что, опять бежать? Опять раннер. Короче, игра Runner. Коснитесь мешка, чтобы открыть его. Обрез. Вот еще. Коллекция. Соберите дробовик. Собрали, да? А, нет, собираю еще только. Ну, такой, знаешь, типа... Игра будет как кино, видимо, да? Со всякими ставками, роликами. Так, играть. Продолжить игру с сюжетом. А какие там еще будут варианты? Дополнительные сюжеты, события, VIP-события. Этап 2. Падение в бездну. Когда будете готовы, нажмите дальше. А если я не готов? Ладно. Выберите основное оружие. Выберите дополнительное оружие. Вперед. Тут энергия есть. Да ты прикалываешься. Я только обрадовался, что игра нормальная. Да она, блин, с этим, с энергией. Жесть. Смените оружие. Ух ты. Короче, тут совет был. Берегите патроны. Если хотите выжить. Значит, по сути, лучше их оббегать, наверное, да? Ой, мама. У меня патроны закончились. Ах, не взял. А как нож взять? Блин. О, отлично, патроны для дробовика. Класс. Минус один.
Ну, я поберегу патрончики, кстати. Раз. 100 метров осталось. Хорошо. Я дошел. Вроде никого. Джеймс? Да здесь, я здесь. Давай в дом. Ладно. Мы только что заехали к отцу. Мы побудем здесь. Но ты поторопись. Да я ж бегом бегу, ты чё? Я ж бегу. Папочка! У меня тут сломалась машина. Я немного задерживаюсь. А ты присмотри пока за тетей, ладно? Я скоро приеду. Короче, там его дочка и сестра, да? Я люблю тебя, солнышко. I love you too, daddy. I love you too, daddy. I love you, I love you. I love you, daddy. Так, выжил. Путь к развалинам. Все мы здесь те зомби. Надо было еще. Коснитесь мешка, чтобы открыть его. Ну, давай. Серебро. Граната. Части обреза какие-то. Нет, не будем мы ничего повторять. А, можно по 5 раз. Угу. Донаторский контейнер даром для затравки, да? Теперь есть гангста. Гангста какая-то. Пистолет. Ну, больше похож на пистолет с увеличенным магазином, чем на ППшку. Коллекция защитник. Улучшить можно. Скорострельность увеличивается. Перейдите в меню. Ежедневные задания появились. Так, стой. Я хочу кое-что посмотреть. Качество графики. Максимальное. Мне стабильно продолжить. Да я как-нибудь разберемся, я думаю. Прокатит. Что у нас нужно сделать дальше? Управление. Касание, стрельба, наклон. Зеркально. Задачи. 50 серебра. Готово. Коллекция. Смотри, ты тут есть перки. Ага. И спутники есть. Вот это круто. Что в магазинчике? Посмотреть видео не более 10 раз и получим еще что-то, да? Випка. И валюта. Так, играть 17. Ежедневное задание. Что такое ежедневное задание? Введите свое имя. Легко. Это за... С этим заданием я справлюсь. Попробуйте новое оружие и перки. Увеличивайте. Убивайте зомби, чтобы получить призы. Ежедневная бойня. Зарабатывайте. Так. Компутатор. Ежедневная бойня. Вперед. Доступно бесплатных забегов 2. Ну давай попробуем. Чё бы и нет. Бесконечное количество зомбаков убить. И получить какой-то дробовичок получается, да? Ох, вот вам. А вот вам. Ох, нифига себе у него разлет какой. Хе-хе-хе-хе. С травы встают, блин. Так, где-нибудь ящик еще есть? Так, патрончики. Патрончики, это хорошо. Ну, тут надо, я так понимаю, зомбаков убивать все-таки. Не просто ж так бежать. А замедлиться можно, ускориться. Хе-хе-хе. 89 уже, да?
А, там еще и медальки, смотри. Блин, 8 патронов. Надо как-то кучками их ложить. Собирать побольше кучек и ложить их аккуратненько. Патронов взял 108. Троих всего лишь, мало, плохо стреляешь, надо побольше немножко. Не, по одному я точно не буду убивать, это лишняя растрата денег. А у меня есть какой-то ХП, или меня тут с первого раза убивать будут? Тут какой-то шустрый был парень, я посмотрел. Смотри, как они набегают. Отлично. Этот вообще мимо пробежал. Промахнулся, бедолага. Ой, чего это ты? Блин, мимо экрана промазал курсором. Отлично, взял. О. Пучка. Блин, до рекорда еще далеко, да? Рекорд, отлично. Что дальше? Как закончить бой? А! На, бой, видимо, не закончится, он, походу, бесконечный. Бой бесконечный. Не, ну так у этот скучно может стать, если честно. А тут будут боссы какие-нибудь, что-нибудь в этом роде. О, отлично. Куда я вообще бегу? Два патрона. Там вроде посерьезнее парни. Ух ты! Я их не могу убить, слушай. Ай! Помогите! Хулиганы зрения лишают. А что будет, когда меня схватят? Ну, что-то я... Не понимаю, когда конец игры будет. А, все. Бей. Нож использован. В забеге можно взять только один нож. А, меня схватили. Все, я понял. Теперь я понял, какая концовка тут будет. Меня сожрут. Ах ты. А, все. Ну, кажись, хана. Ножа больше нет. Сожрали каты. Золотишко заработал, короны какие-то заработал. И 10 частей ампутатора. Нормально. Еще раз можно пройти, наверное, еще плюс 10. Если увеличение награды, если посмотреть видос. Не будем мы смотреть никакие видосы.
О, тут тоже дальше можно продвинуться. Цели недели, да? 800 серебра. Так, в другой раз. Еще один есть забег. Но наград я могу уже не получить, получается. Только один раз в день награды. Что у нас дальше есть? Дополнительные сюжеты откроются, когда четвертый этап истории пройду. События, когда пятый этап. VIP-события. А, это когда VIP-ом стану, да? Так, выжить, убить 20 зомби, убить 30 зомби, пробежать через сарай. Убить 20 зомби, не подпустив никого к себе. Через сарай. Надо не забыть про сарай. Короче, зомбаков мочить и через сарай пробежать какой-то. Где он, кстати? Вон, что ли? Блин, я там пропустил патроны. Надеюсь, это этот сарай был. Ну да. О, патрончики. Блин, последний патрон. Ух ты! Так, еще патроны вижу. Блин, по одному так стрелять? Жалко патроны тратить, слушай. Хорошие аж патроны здесь. О, четверых за раз, нормально. Блин, конец миссии, походу. Не получится выполнить задание. Жалко. О, собачка. Компаньон будет теперь. Эй, малыш. Да, камик, камин. Все хорошо, верно, да? Все хорошо. Короче, графику я улучшил, на максимум поставил. Ну, прям не сильно заметно ничего. Как же тебя назвать? Дать кличку спутнику. А! Так, дадим тебе кличку. Мы почти на месте. Это, конечно, не крепость, но лучше, чем ничего. Мэгги напугана. Да и медвежонка. Ладно, я попробую. Спасибо за совет. Я просто не знаю, как вести себя с детьми. Ты справляешься. Держитесь. Держись, сеструха. Мы идем. Я иду. Ну, не дострелял немножко до 20 зомбаков. Через сарай пробежал, выжил. Собачек корм. Так, четвертое, что за бонус удачи? И что я выиграл? Бесконечный боезапас для одного вида оружия на 700 минут. Прикольно. И все, типа, ну, да я выиграл уже, все-таки нет. Так, задачи какие-то выполнены. Серебро 120. Что за новое появилось? Глава, видимо, новая, да. История. А что за узнать подробности? Что это такое? А, ящик. Ясно. Ясно. Осталось.
Так, мне там пятая миссия уже нужна или четвертая? Четвертая еще только. Выжить, убить 20-30, найти бензопилу и убить 10 зомби. Без промаха 20 зомби. Найти бензопилу. Я бы нашел, да? О, спутника можно выбрать. Скорость атаки 56. Любимые зомби любые. Дать корм. Так а что? Ну дал. Ладно, ускорение. А, все. Корм положил, теперь у него ускоренная атака будет. Все ясно. Любит погрызть косточки у зомби. Моя собачка. О, бесконечные патроны. А вот это уже весело. Да ё-мо. Так, патроны можно не брать. Да блин, помогу сейчас. Да ёк, ты как меня схватил, старый дед, блин. Промазал. Я не понял, почему пистолет закончилось. А, там на 500 метров было, а не на 500 минут. Я теперь понял. Тихо. А это что за тварь? Добежал. Ты был прав. На этот раз их целая армия. Похоже, они идут из города. Как там Мэгги? Что тебе сказать? Она до смерти напугана, и я не понимаю простой. Я заканчиваю разговор. Отцу надо перевязать рану. Его укусили? Это укус? Проклятие. Вот. Щет. Щет переводится, не проклятие вообще-то. Ну вот. На 3 звезды. Бензопилу я не нашел. Без промаха только 16. Ладно. Открываем мешок. Части гангста. Значит, что? Давай добежим до конца, наверное, да? Выжить, убить 40 зомби. Используя пулемет на турели. Убить 120 зомби. Убить 3 зомби одним выстрелом 5 раз. Убить 40 зомби без единого промаха. Ничего себе. Задача у вас. Давай до конца добежим, наверное, и будем закругляться. Где турели взять? Стараюсь без промаха. Ой, дед этот. С дедом сложнее. С деда на 2 раза. Блин. Ах ты, жопа ты. Старая каракатица. Да промазал же ж. Ну, блин, чё тороплюсь. Нет.
Не-не-не-не-не-не. А, вот турели, походу, будут. Отлично. Ух ты, какой здоровый парень там был. Ну все, я на деда нарвался. Еще раз, ладно. Я вообще-то хотел пройти. Так, все, собрался, собрался. А вон с полоса бежит. Дед мне не нужен особо. Отлично. Отстань, старый. Да блин, ножа ж нету. Вообще ножа нету. Вернуться на карту, подожди. Что-то тут не то. Я так не пройду. Надо обдумать стратегию. Надо обдумать стратегию. Золотишко дали, прикинь. И серебро еще. 5 частей. Это за сегодня. Части шквала. Готово. Хорошо. О, смотри, ты дополнительный сюжет открылся. А что тут? Проходите новые сюжетные линии, убивайте зомби, награды. Проходите каждую неделю разные. Так, а у нас сейчас какая-то... Какая-то короткий сюжет, в ходе которого сюжета под землей вы получите сигнал с просьбой о помощи и проникнете на сверхсекретный объект какой-то. Блин, я хотел добегать тут как бы сразу. Давай я попробую здесь пройти. Только, блин, а как? Где можешь купить? Слушай, я... Бесплатно золото. Блин. Ладно, давай еще раз попробуем. Нет такого. Еды нету больше. Перков у меня тоже никаких нет. Хорошо. Значит, надо быть более осторожным. Блин, промазал. Ну опять же ж промазал. У меня ножа нету. Используйте пулемет. А где его взять-то, ваш пулемет?
Ё-моё. Добежала до меня, зараза какая-то. Ладно. Так, аккуратно. Ножа нет, аккуратно. Блин. Эй-эй-эй-эй-эй! Ну, все, вроде добежал. Задание не выполнил, походу. Да и ладно. Главное, остался живым, я думаю, здесь важнее. Здесь важнее. Так, ты меня слышишь? Они ломятся в дом. Не знаю, сможем ли мы продержаться. Надеюсь, что ты... Короче, папа, видимо, зомбаком стал. Батяня озомбился. Батяня озомбился. Зомби в бронежилетах. Бронебойные пули. Где их взять? Зомби убил. 120 зомбаков надо было расстрелять, да? Так много. Одним выстрелом. 5 зомби. Но это с дробовика. 40 зомби без промаха. Получите награду. Задача выполнена. Последняя миссия. Давай, наверное. Да отстаньте вы. О, открылось событие еще одно. Участвовать Альфа и Омега. Опустошитель. Прикольно. А тут что, VIP-событие? Эксклюзивное какое-то. Ну ладно. Так, у меня осталось 4 энергии. Что за бонус удачи? Давай. Давай за голду разыграем. Либо за просмотр рекламы, да? Так. Боеприпасы для обоих видов оружия. Ладно, так, выжить, убить 60 зомби, найти кустарец и убить 20 зомби, пробежать под опорами линии электропередач, убить 30 зомби, используя дробовик. Так, а перк как использовать? Блин, не знаю. Выберите два вида оружия. Да ё-моё. Хорошо, все. Последняя миссия. Пройду, не пройду. Сейчас посмотрим. Состязайтесь с другими игроками в ходе событий, зарабатывая серебро, золото и эксклюзивное оружие. Так, а где линия электропередач? Искать. Надо по этой бежать. У меня патроны закончились. Пусторез. Да ё-моё, как так-то? Да все ж хорошо так начиналось. Пусторез нашел. Ехал, то есть бежал. Всех резал. Чё пошло не так? Энергия закончилась. Чтоб ты провалился, а? Бесплатно 20-ку, ладно. Это хорошо. Так, еще раз. Ну, поехали. Как так-то? Пусторез. Не потерять. А как им резать-то? Позже. Там нажимать что-то надо было, получается. Я думал, он сам режет. А они мне кишки вырвали, демоны. Блин, жесть просто. А, напоминание, ваше оружие слабово. Искать часть.
повторить попытку. Еще раз, да. Что ж теперь? А, это у меня сейчас перк. В ящике находятся боеприпасы для обоих видов оружия, я понял. Я понял. У меня даже гранаты есть какие-то. Я и не знал. Теперь я понял, как этой штукой пользоваться. Вон линия электропередач. Надо как-то туда бежать, в ту сторону. А у меня запасы кончились. И ножа нету. Как жить дальше будем, я не знаю. И гранаты заканчиваются. Так, я под линией электропередач пробежал, пацаны. Вы чего? Нет! А где моя собака-то? Во-во-во-во, вижу, вижу, вижу. Нет, 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 оружие, оружие. Фух. Тихо, тихо, тихо ты. Я уже близко к выходу. Отстаньте от меня. Нож! Ага, купить нож, спастись сейчас, конечно. Ну все. Короче, тут обычные зомби были, а тут появилась зомби-кобыла какая-то. Здоровесно. Еще раз. Фига, сейчас пройду. Почему у меня собаки нету? Она где делась? Нет, нет. Мама. И патроны закончились, и бензопила. Да что ж такое-то? Дайте, дайте патронов. Блин, там какой-то... Я фиг его знает, как... Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! А, все, я не пробежал под линией электропередач. Это конец. У меня нет ни патронов, ни жизней, и мне хана, короче. И, наверное, под этой линией я тоже не пробегу, да? Так пробежал же, что не засчиталось-то? Странно. Но то, что тут без патронов нельзя отбиваться от них, это, конечно, не очень хорошо. О, господи. Чуть не попался. В смысле? Фух. Прорвался вроде бы. Так, что случилось, пожалуйста, просто. Молчит.
Я застрелил отца. Он зомбанулся. Набросился на Мэгги. Пришлось. Я застрелила папу. Господи ты, боже мой. Поезд. Ну и что дальше? Я первую главу вроде как прошел. Так, покидая город, выжить, убить зомби, открыть мешок, давай, для продолжения, бордер коли, корм. Не, не надо, готово, ящик, ну давай в ящике. Затрудненное дыхание. Так, что у нас в ящике? Угу. Части двух оружий. И новая глава. Хорошо. В коллекции что покажите? Где наше оружие? Вот, приговор. Собрать. Дробовичок какой-то крутой. У него этот магазин на 4 патрона. Ясно. Там же еще, по-моему, что-то было, да? А, вот гангст. Готово. Магазин на 30 патронов. Ну, хорошо. Дополнительные сюжеты, история. Ну, ясно, в принципе, да. Раннер этот побегать, как Том за золотом. Только тут Том за зомби. В общем, понравилось. Пожалуйста, играй, устанавливай. Мне как бы так, ну, нейтрально. Я бы не сказал, что совсем плохо. Ну и что-то продолжать тоже не особо хочется. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока.